хороший футбол, пытается играть в футбол, то есть радует. Но, как говорится, у нас все-таки было больше моментов. Я думаю, что мы скорее победили, но в любом случае мне очень понравилась команда. Спасибо болельщикам, спасибо, то, что у вас прекрасные условия, прекрасный стадион, прекрасное поле, на котором приятно играть. Я сам хотел выйти поиграть, но пока не могу, не в форме. Ну вот, и в любом случае, конечно, были моменты, во втором тайме могли забить. Были подходы хорошие, но не использовали. Конечно, игра нервная была, но мы забили, нам повезло. Я думаю, что сегодня ребята молодцы, я доволен. Есть стержень, есть коллектив, который будет и будет бороться в дальнейшем, я надеюсь на это. Так, спасибо нашим болельщикам, что приехали. Их мало, но приехали. Конечно, еще раз спасибо большое за игру и ребятам нашим. Как обычно, вы хорошо играли, в этот раз победили. Именно что в решающую роль сыграли? Ну, мы посматривали на САФ, на самом деле очень хорошая команда. Я говорю, что они тоже любят играть на контратаках, поэтому не дали им пространство. Вот, и была плотность в линиях, не было таких зон свободных, которые могли выбегать нападающие на САФ и защитники. Вот, закрыли крайних защитников, которые тоже активно участвуют в атаке. Вот, и нам не удалось это сделать. Мы проиграли середину поля, как мы проиграли Бенедкору в первом тайме. И видите, все играла игровая дисциплина, дала себе знать, мы победили. А травмы, Хасяныч, что можно сказать? Сейчас сложно сказать, наверное, завтра будет все, посмотрим доктор, посмотрим, как чего. И, конечно, потери, если он не будет, будет большая потеря, но есть, еще есть шансы для футболиста, для каждого футболиста не сидеть, не говорить, не сидеть на скамейке запасных, не говорить там, и вот я вышел, вот я такой, я хороший. Вы хотите доказывать на футбольном поле, теперь у них есть шанс доказать, что он способен помочь команде, что он игрок на доход футбольного клуба. А так говорить я тоже могу там выйти на улицу и говорить, я умею играть, мне не ставят, не дают шансов. Сейчас будет шанс, всем предоставляют шанс. И поэтому здесь мне радует то, что есть хороший коллектив, и команда не сломалась духом, дух есть в команде, мы все-таки все игры, которые мы играли неплохо, кроме первого тайма с Бенедкором. А так, все игры, я считаю, что команда играла хороший, классный футбол. Ну, если вы пропустили первый, у вас был второй вариант, ну, изменить? Вариантов? Второй вариант. Что значит второй вариант? Ну, на защитном плане играли, но второй вариант. Нет, мы, послушайте, игра – это футбол, есть везение, есть удача, есть исполнители, которые выходят на футбольное поле. Если бы мы знали, какой вариант играть, третий, первый, тогда зачем футбол выходить играть? Здесь это не футбол, это непредсказуемая игра. Она может случиться все, что угодно на футбольном поле. А если бы мы знали, какие варианты, тогда бы вообще зачем футбол играть? А вы сами чувствовали какое-то давление вот, перед игрой, потому что, как известно, перед игрой все написали, что эта игра может быть для вас последней. Ну я еще раз говорю, я давал интервью, я сказал, что решать будет руководство. Но вам лично вот как-то внутри что-то вам не мешало? Ну, мы готовились как-то к игре, очень готовились, поэтому я еще раз скажу, что кроме Бенедкора мы сыграли все хорошие игры. Если вы посмотрите, сколько моментов, как мы играли, все очень дисциплинированно, строго. Первый тайм мы провалили. Это наша вина, мы на это и исключили. Я ни в коем случае не говорю, что я не виноват. Я говорю, виноват. Я извинился перед клубом, перед болельщиками. Поэтому сейчас говорить, что жизнь продолжается. Еще раз. Вот вы же говорили, что вы не виноват. Ну, мы уйдем в Алгана. Сап қандай болғанын сіз қиялдыңыз ба? Ойынымызды қорытып келу керек. Уақытымызды қойып, күшіміз керек. Алдын алдыда, рекордтарымыз алдыда, өзіміз алып келіп, мен қалған алаңды мағлубиеттен кейін, артқа жол жоқ, ошан үшін ұтып үшін келуге қарсы. Ойын қиын болғанын білу керек. Қиын болды. Мақсатымыз келісті.